гуляла по своим джунглям, встретила, не поверите, знаете кого? Папуаску. Самую настоящую, да-да-да. Из племени Тумба-Юмба. И я узнаю, что они прячут сокровища. Но эта папуаска такая вредная, такая противная. Представляете, мне не хочет мне говорить вообще. Ну, в общем, я ее поймала, связала, вот там оставила. Пошлите со мной, может, она увидит, что вы такие хорошенькие, красивенькие, добренькие ребятки, вам скажет. Вы как, согласны? Да. Но это еще не все. Мы с вами отправимся в самое увлекательнейшее приключение в джунгли. Да-да-да. Да, ну тогда скорее отправляйся за мной. Идемте, мои дорогие. Кто это? Фамилии тогда у джентльмена есть? Нет, просто джентльмен, да? А все-таки как тебя зовет мама? Шайки, да? Ая! Здорово! А тигр, да, твое любимое животное, да? О, она попробуй, моя! Здорово! Итак, выходи, мой друг, верни своих друзья. Как зовут? Я. Илюша, ребята. Это, наверное, слону на хвост наступили. Эх, Олю видно хорошо. Туда что ли поставить? Любимый животный Ирида, как вы красивый. А я думаю, вот твоя любимая животное, да? Это надо подняться, давай, и собрать все
все воздушные шарики. Все? Все. Ничего себе, собирай на Мариане все воздушные шарики. Ладите сама. Еще другие динозавры. Итак, чтобы на первую карту достать, что нужно сделать? Ну-ка, надо быть очень-очень дружными. Дружными? Да. Да. Ребята, дружные у меня? Да. Да, дружные. Хорошие. Как на я зари мины испекли мы.
Скажи. Я люблю, конечно, всех, скажи. А кого больше всех? Выбери. Кого больше всех любишь? Вот такой ширины, вот такой.